Не надо бежать за поездом до Лоу.
купили билет. Не подумал. Обязательно. За 7 часов очень просто. У вас без билета. Ну да, но я думаю. Ты знаешь, держи слово. А сколько билет стоит? 133 рубля стоит. Давайте одну билет. Одну? Билет вам возвращать, нет? Так, вы забираете билеты? Ну, если вам нужно, я верну. Нет, потом. Просто я страховку вас оторву. Не, я оторву. Нет, мне просто он запись у меня. Я вам верну страховку. Когда, когда? Не, не, не. А, сейчас, все, можете билет себе оставить. Давайте тогда вернемся. Нет, вернем за 15 минут. Возвращать? Да. Вы у нас, извиняюсь, Лях фамилия? Нет. Thank you.
Да я думаю, нам это все нормально. Потому что... Я закрыл просто плитки. Да, понятно, что... Это... Там видно вам, нет? Да, вполне. Конечно,
на полгода получилось. По нему видно было, что она воронялась. Значит, теперь она была. Она потом заряжала. Сейчас она со своим телефоном. Я Спасибо.
Медика учится.
Привет, пожалуйста. Привет, пожалуйста.
Алло. Но я без приключений не могу, ты понимаешь, я с тобой разговаривала, и я поняла, что у меня в 11:20 в Сочи, а не Садлера. А я была в этот момент в Адлере. Да, мы успели. Маша! Маша, у меня же в 11:20 в Сочи. А она хорошо живет, она живет 15 минут от вокзала. Мы пешочком подходим. Я говорю, вы меня не заметите. Я его уже жалею. Ну, обещала тебе. Ну, а ты там что? Связь прерывается. Ну, прерывается дорога. Та связь ужасная по дороге. Все, давай писать, лучше принимается.
точно, ты раскрываешь позицию. Нужна. Ты даже дальше не Я так не знаю, если вышка решила. Пока не надо, не сестра.
А что у тебя?
Холодные заказы на обед, на ужин. Thank you.
Купить на пятерке бакалавр, блин, и магистр будет. Дельфины? Что? Дельфины, что ли? Да, проехали уже. А, да. Парочка, да? Да, да. Два дельфина. И вот, смотрите, смотрите, смотрите. Я все время водичка была, я недавно совсем. Было 4 назад, у меня была система.
Сумка тебе не нужна? Сумка нужна? Да, давай. Хочешь ты внизу остаться? Как просто? Thank you.
Сегодня идет, я думаю, уехали с Сережкой.